какая прелесть. Все хорошо, ты чего? Ну, ты че? Что-то мне там делают непонятно. Тихо, 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 тихо. Прыгает, Привет! На манеже все те же. Это канал «Хвостатое счастье». Я его ведущий, Волков Сергей. Вот, а это мои питомцы. Вот такие вот они. Ну, ребят, сегодня у нас ролик не об этих питомцах. Помните, к нам приезжала парочка, папа с дочкой? Такие они. Так, уйди оттуда. Стрелка, уйди, твоя попа там все загораживает. Вот. Они к нам приехали как будто с помойки, все в дредах, все грязные. Вот их историю вы можете посмотреть, вот что, если что, будет ссылка вот здесь. Мы их возили к грумеру. Кстати, помимо Ферика и его дочки, там еще ездил с нами еще и Цезарь. Вот. Это вообще что-то, это просто бомба. Поэтому, если хотите узнать, какой был результат, обязательно досмотрите это видео до конца. Да ладно, да ладно. Поедем подстригаться. Поедем. Ну вот, укомплектовались папа с дочей в переноску, готовые к поездке. Конечно, они переживают опять, их трясет, колбасит, что такое, куда нас везут в очередной раз, непонятно. Ну, надо ехать. Все, ребят, сейчас будем грузиться в машинку. Один кандидат на подстрижку. Приехали! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, Мария, выбирай! Вариант тоже. Да? Девочку мою взять, давайте. Ты какая прелесть. Ты какая прелесть. Бог ты мой, какая ты хорошая. Ой, какая ты красивая. В каком месте-то? Да ладно. Вон какая моська-то красивая. Так, ты сейчас дочь свою забудешь. Эй, привет. Привет. Так, ты там чего в этом? Ты красивая, ну, какая девочка. А посеять надо все на себя? Надо пометить. Ты чего? Тут так пахнет собакой. Ты куда пошел? Эй, эй. Я пошел. Все хорошо, ты чего? Эй. Ну, ты че? Ты со мной пойдешь? Пойду я никуда. Ты куда пошел? Ты пошел? Все. Ты куда пошел? Ты домой пошел? Я передумал. Так, там не выход. Тут вход, выхода нет. Ну, что, будем бояться? Все хорошо? Ну, все хорошо, надеюсь, моя старикачка. Ну, не так все страшно. Нет, никто тебя не обижает. Это вот не видят Андрей с Ольгой. Они-то ведь привезли, говорят, вы че? Они швыряются. Так, в чем их? Как? Коротко-то их не надо, нет? Ну, или как? Покороче? Покороче лучше. Лучше покороче. Они в тепле у меня сидят. Ага. Выбегают на 3 секунды. Полубокс. Аквариум. Полубокс. Все хорошо. Уже не увижу. Нет, вот не ты еще даже подстригать не начала, а он уже красивее стал. Просто надо было причесать. Вон уже какая прелесть. Пушистик какой. Ну, да, прям совсем хороший. Вообще прям. А ей сколько? Она моложе. За жопка. Да что за жопка? Вообще прелесть. У меня любовь к шоколадникам. У меня свои сдвиги. Да, у меня вот молочный шоколад, это прям вообще. Че, под кого? А сейчас я посмотрю у него как под шерстку. У него такой же. Это же надо. Это же король. Даже мы не позволяем себе вот так вот делать. Суша. Ну, а ты че? А он ходит, изучает, тут столько ножниц, корову. Клёво. Клёво, да. Давай я
Морду что, подпудили? Забреем. Чтобы ничего не приебало. Чистый баллон. Подкрадиваются с попой. Да, ну скажи, сейчас попой пробует у меня. Молодец, молодец. Ну, я только вот тут сделаю, вот эти, а вот тут длинные. Молодец. Молодец, да какой ты умный мальчик. Какой ты умный мальчик. Наговаривают, да? Носка, наговаривают на меня. Я просто скажи, джентльмен, я удачи. Могу дать отпор. Лодка? Да. Сейчас... Гриби. Долину берем. Ой, все, не мешалось потом. Да пусть это не длинный. Тоже старая волоснята. Что ты поделяй тут все? Вовремя. Что вы тут делали? Пища чистая, теперь была. Пища чистая. Мы же с тобой мужчина, мы сейчас не пропустим дам, пойдем вперед мыться. Да? Не будем дам пропускать. А что это? А вот так вот. А вот мы так хотим. Мы не будем дам пропускать. Все, хватит с меня джентльменства. Я его дочь. Да. Вот, я должна уважать старшего. Отец сказал. Вот, вот. Отец сказал, мы уже пошли. Идите! Помочь может? Ага, чтобы она пока не прыгнула. Пужается. Ну, вот, стоит. Не бойся. Ой, сейчас нож не возьмет. Я у тебя грязный. Ну, все хорошо. Ай, намочим твои ушки красиво. Молодец. Ой, не бойся, умничка. Ой, какой ты при свете дня красоту не оказывается. Да. Что-то мне там делают непонятно. Ай, красивая девочка. Кики-бака. Брови-то как у Брежнева, кустистые. Да? Да, вот так. Ай, хорошо. Ай, поддай кипару. Ты накупалась, принцесса? Скажи, я да. Ну, да. Мы сидим, ждем. Мы беседуем, у нас тут светские беседы. Да? Идем? Вон. Папа тоже пошел мыться. Скажи, господи, я вообще не рада. Что это, скажи, она такая чистая? Где, говорит, ее запах? Это не она. Да. Подменили. Ой.
Я с тобой. Я потом на ручки тебя возьму. Если что надо подержать, говори, подержу. Сейчас нормально. Скажи, я на ручку просто хорошо сидела, скажи, что ее вбриндила меня, по-моему. Угу. Пенная вечеринка продолжается. Пузика, ну прям великолепно чешут. Чешут пузика. Пенная вечеринка. Ай, какой пузико, как клёво, скажи, да? Как клёво, скажи, по чесушке. Видишь, не страшно, молодец. Нет, не страшно. Вот, не страшно-то. Молодец. Ой, какая молодец девочка. Ой, хорошо, молодец. Хорошо, молодец. Собакой можешь договориться, да? Конечно, как? Да? Короче, Антуан на Джулиан отдыхает, да? Цезарь Милана в юбке. Да? А по-русски можно? Цезарь Милана, это который с собаками-то умеет разговаривать, типа. Я слышал, что есть какой-то итальянец тоже, который зоопсихолог, но не знал, что Цезарь Милана. И что он? Он занимается психологией собак. Так они же чувствуют все. Да, все, скажи, мы чувствуем. Да, могут обидеть, когда они могут обидеть. Тут, скажи, не обижают. Да, только отстригают все. Ну уж не все. Мы, скажи, не Юда, Джо, мы, скажи, все не будем отстригать. Молодец, хорошо. Молодец, собака. Ну давай, лапку, давай. Вставай. Молодец. Вот так, посиди. Посиди, давай, сиди. Хорошо, молодец. Вот так. А были собаки, с которыми не удалось договориться? За 5 лет работы всего 2. И то, не по моей линии. Хозяева сделали вывод, что собаки меня испугались, им очень страшно, надо отсюда уходить. Что надо? Что надо отсюда уходить, потому что собака меня испугалась. Угу. А собака просто испугалась нового места и не понимала, куда она пришла. Понятно. Вторая это была агрессивная кита, которая меня на кухню загнала и на меня кидалась. Возьму, не переживай. Все, я тебя возьму. Не прячься. Ты же смелый парень, ты посмотри, какой ты смелый.
очень смелый парень. Давай вот так поворачивайся с другой стороны. Опа! Молодец! Ты молодец! Браво! Это ведь какая-то порода получается, да? Мальтипу тебе сказали. Как? Мальтипу. Мальтипу? Мальтипа? Я сейчас любить хоть можно такой чистенький. Ты хоть мой любить можно. Ты батюшки. Ты батюшки. Ухи такие смешные. Вообще? Это пап твой? Это кто? Только чистый. Это говорит, ты кого принесла? Что? Скажи, тебе это тоже вкусный? Скажи, это тоже вкусный. С кровью. Сейчас. С кровью даже? Ну что, антибиотик, да? Промывать. Промывать, капать. Опа! Молодец! Уже недоволен этот пьяник, поэтому не хочу. Сопли только капают, сопли! Ты посмотри, какой ты умный мальчик. Ты посмотри, какой ты молодец. В каком месте он умный? У меня бывает, приходят сюда. Домашние. Домашние, там документные. Ведут себя так, что ах и ой. Он умница. Высушился, даже не пикнул. Очень прилично. Не, он пищал, я слышал. Это я. От счастья. Это я. От любви. Давай. Такому мужчине. Я прям сегодня кайф. Да? Кайф. Что-то они думают, а это нам надо? Надо. Это как же. Вас сегодня домой не пустят. Да, скажут, у нас тут такие, где были? Это не наши. Это у нас не таких наши. Не было. Ладно, здесь таких не сидело. Да. Скажут, смотри, городские приехали. Да. На нашу деревенскую дискотеку. Это что за... Конечно.
Попень, и удобно. Опа, ты упадешь. Даже вот можем вот так вот это все вот, чтобы как нынешние ходят мальчики. Во! Огонь, мужчина. Ты посмотри, у меня все вываливается из рук теперь. Такая у него мысль. Скажи, самообаятельный, привлекательный тут мужчина. Совсем не страшный, совсем не кусачий. Он хорошенький, да? Какой же ты хорошенький у меня. Какой же ты у меня бусинка. Сенное удостоверение. Какая у него бусинка, такой сладкий. Ты такой сладенький. Прям, ну ты такая прелесть. Ну это же вообще. Ой, не падай. Все, меня повело. Сейчас он на фотофон его писает. Вот такой красотун, лапки-то вообще суперские. Что? Опа! Все, ну опа. Я тоже хочу пойти. Я, говорит, ухожу от вас. Вот я, говорит, здесь ехал сюда. Вот посюда я ехал. Я, говорит, в этом приехал. Друзья, ролик получился очень-очень большим, поэтому мы решили его разделить на две части. Вот. И про Цезаря вы сможете посмотреть уже во второй части. Поэтому, если вы хотите это увидеть и еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш канал. Вот ты что спиной сидишь? Вот ты вот повернись вот так вот. Вот так вот повернись. Вот. Лиса, колбаса. Лиса, колбаса. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы узнать, как там Цезарь стал выглядеть после того, как он посетил Ксению. Вообще, Ксения, конечно, супер. Как она находит общий язык с питомцами, это
Даже я был, ну, честно говоря, мало того, что удивлен, я был поражен. Но она молодец, она действительно молодец. Несмотря ни на что, ее кусали и собаки, и что-то только не делали, а она все равно, она, ну, как профессионал, вот, она работает как профессионал. Поэтому Ксюше огромное-огромное спасибо. Кстати, в комментариях напишите ей слова благодарности. Вот. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. В комментариях, конечно, что понравилось, что не понравилось. Ксению поблагодарите, она тоже смотрит наши ролики. Да, да. Вот такие вот. Мне снимать надо, а вы обниматься лезете. Я конечно, понимаю. Но... Поделитесь ссылкой в соцсетях с друзьями. Я надеюсь, что ролик вам действительно был полезен, потому что вы узнали много интересного, много нового. Ну, может быть, немного, но все равно что-то интересное, что-то новое узнали. Я думаю, что ваши друзья, им тоже будет интересно, если вы поделитесь этой информацией. А я хочу поблагодарить всех наших подписчиков и всех, кто к нам присоединился в социальной сети Ярус. Если кто не знает, социальная сеть Ярус – это российская площадка, и она дает возможность поддержать любимых блогеров, либо просто заработать денежку в России. В связи с вот этим вот сейчас надвигающимся проблемами, ну, в мире, как вы знаете, да, то есть монетизация, проблема с монетизацией в Ютубе, проблема с выводом денег из-за границы, то есть так как YouTube это, соответственно, иностранная социальная сеть, то и с выводом там проблемы. В Ярусе такого нет. Соцсеть активно развивается, там есть и видео, и фотопосты, и статьи. Если кто-то еще не с нами, заходите. Как регистрироваться, как пользоваться, как получать, как переводить монетки. У нас есть ролик на канале. Видео вы можете посмотреть тоже по ссылке вот здесь. Вот. И я отвлекся. Самое-то главное, что, друзья, нас там уже почти 18 тысяч подписчиков. Я хочу сказать огромное вам спасибо за то, что вы дарите нам свои монетки, поддерживаете нас. Это огромное-огромное подспорье в нынешней ситуации. Это единственная возможность как-то нам выживать. У нас предстоит грандиозное строительство. Летом мы всегда занимаемся стройкой и... Честно говоря, если бы не было Яруса, я даже не знаю, из каких средств мы бы это все дело. Папочка, мы тоже, говорит, хотим. Мы тоже хотим сказать спасибо за Ярус. Вот. Я не знаю просто, из каких средств мы бы смогли выполнить наши планы. Но я надеюсь, что наши подписчики и дальше нас будут поддерживать, и у нас обязательно все получится. На сегодняшний день мы практически корм покупаем за счет вот этой поддержки наших подписчиков в Ярусе. Вот. В ближайшее время обещают еще сделать монетизацию постов и фотографий. А у нас там есть прикольные гороскопы от няши и от клюквы. Поэтому, если у вас есть питомец, вы можете проверить, насколько правдивы эти гороскопы. Вот. В общем, прикольная соцсеть. Заходите, подписывайтесь. Всех еще раз. Всем огромное еще раз спасибо. Спасибо. Вот. Вам тоже спасибо. Вот. За то, что поучаствовали в съемках. Вот. Берегите себя, берегите своих питомцев. У нас по пятницам прямой эфир. Приходите на прямой эфир, задавайте свои вопросы. Там мы отвечаем на все комментарии, на все вопросы в чате. Ну, на этом, наверное, на сегодня все. Поэтому скоро будет новое видео. Там мы обязательно с вами увидимся. На сегодня всем пока-пока. Чё ты там увидела? Чё ты там увидела? Пока-пока, друзья.